Рад приветствовать всех. Меня зовут Виктор Марченко. Я несу служение заместителя епископа Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской в Одесской области. Пользуясь прекрасной возможностью, приглашаем всех одесситов и гостей нашего города на праздник, посвященный Дню Семьи. Семья – это ячейка общества. Если семья будет крепкой, морально устойчивой, полагаю, таким будет и все общество. Крепкой будет семья, крепкой будет и церковь. Библия говорит: «Мужья, любите своих жен, жены, повинуйтесь мужьям, дети, будьте послушны родителям вашим, родители, не раздражайте детей ваших». Вроде бы многие люди это знают, но, к сожалению, беда вся в том, что немногие это исполняют. Если мы услышим этот Божий призыв ко всем нам, к миллионам граждан Украины, наши семьи станут крепкими, наше общество будет крепким. Искренне желаю каждому благословения свыше от Творца, от Господа, Создателя.